Очки всем, я Квас, и я рад приветствовать вас на своем канале Cats in Time. Да, время котиков. Пришло время котиков. Надеюсь, сегодня мы с вами закончим с игрой, потому что мне пора уже собирать ачивки и вот это все. А не вот это вот, кого я тут это мучаю, страдаюсь. Вот. Да, не забывайте заходить ко мне ВКонтакте, в Дискорд, чуть не ляпнул в Одноклассники. Нет, они настолько старые, чтобы заходить в Одноклассники. Но ВК, Дискорд и Телега у меня есть, поэтому милости прошу. Но пока загадки. Загадки довольно простые сегодня, я смотрю. Или нет? А может наоборот, слушай. Может наоборот, надо все вот так вот протыкать. А вот эти выключить. Да. Ой, ты смотри, в акваланге. Прикольно, прикольно. Так, смотри, вот сюда надо вазу пихнуть. Амфора. В ней наверняка вино древнее. Очень древнее и очень вкусное, наверное. Но я, к сожалению, в винах не разбираюсь. Так. Я понял, это конек. Отлично. Морской, естественно, конек. Что надо-то? Тут круг, это я помню. Чё? Непонятно. Кэтс. Кошечки. С. Два раза покрутить. А. К. Пока не очень тоже понятно. Ладно. Так. Вот сюда, наверное, надо запихнуть эту хрень. И достать. Тихо. Котик. Так, есть. Тут у нас что? Что-то какая-то жесть. А, я понял. Короче, блин, надо запомнить, как они движутся, потому что я не очень понял. Я понял. Короче, если мне надо, чтобы вот треугольник попал сюда, нужно его тыкать сюда. Если нам нужен этот, то нам нужно сюда. И круг с квадратом поменять местами. Ну-ка. Все, понял. Так, смотри-ка, у нас тут что-то есть, надо раздолбить. То есть у нас вот дернуть рубильник, чтобы уронить вот эту хрень и, наверное, разбить. Так, тут у нас что?
А, здесь, наверное, квадрат надо делать. Вот так, да? А, здесь у нас круг должен быть. Здесь, я предполагаю, что треугольник. И здесь у нас пятиугольник. Угу. Так, есть. Ты у нас что-то... А, тут мы уже были. Тут, кстати, что-то светится. Нет? Да, светится, но... Короче, не надо, чтобы светилось. Так, что тут у нас? Не понимаю. А, ну-ка еще раз. Надо, короче, чтобы полностью ушло, да? Давай только так. Короче, нужно вот эту точно опускать. Так. Вот эти две точно надо опустить. О! Прикол. Не ожидал, не ожидал. Так, хорошо, это мы сделали. Остается вот, вот эта хрень непонятная. И плюс нам нужен рубильник, чтобы опустить этот... Как он называется? Якорь. Покрутить что-то. Но оно, видишь, не крутится вообще ни хрена. То есть, видишь, солнышко типа надо покрутить, но как, блин? Здрасте. То есть как будто чего-то тут не хватает. И вот это непонятно. То есть что это? Так. Почему-то я не понимаю, как это работает абсолютно. То есть, возможно, нам надо найти 4 акулы, но у нас нет тут 4 акул. Ты хоть убейся. То есть они либо вот вертикально, либо горизонтально, либо 3 вот тут подряд. А что с ними делать, понять не имею. И главное, нет никаких явных подсказок. Может, они, конечно, есть, но я ее вообще не вижу. И вот это тоже непонятно, что крутить, куда крутить. Тут вообще ничто ни на что не реагирует. Так, ну-ка, давай посмотрим. Почему? Я не понимаю. Кого? Что? Почему? То есть... Нет, подожди.
какая-то херня, честно. То есть только вот методом перебора можно было это узнать. Ну это как-то, знаете ли, ну такое себе. То есть надо было, ну как это, по минному полю ходить и постоянно подрываться, и вот в итоге. Так, окей, хорошо. И у нас еще остается это, давай тоже посмотрим. Что? Что? А, ну, то есть... Вот эту хрень мы не под... Бляха-муха. Я же еще смотрю, что она светится, а она... Да. Вот, вот теперь все понятно. Вот нам нужно... Кэт три раза по часовой стрелке. Или просто вот так поставить. Дальше у нас А. Это один. А это у нас один. Далее у нас Т. Против часовой стрелки четверка. И S у нас с вами тоже против часовой стрелки двойка. Что-то я уронил. Блин, ну вот эта хрень, это она прям меня выбесила. О, господи. Ну, бывает, ребят, бывает туплю, бывает что-то не понимаю, это все логично. Но вот такие вот загадки, которые просто тыкать, это мне не нравится. Привет, кот. Так. Ага. Так. Ага. То есть нужно, блин, на вот эти вот светящиеся хреновины теперь постоянно смотреть. Так, что это у нас такое интересное? А, вот, наверное, тут подсказка есть. А, нет, оно тоже так же. Ладно, разберемся. А, ну вот. Два квадратика маленьких и один большой квадратик. Ну, обычный квадратик. То есть, два вот таких и вот... Вот. Видимо, такой имеется в виду, да? Нет, видишь, обычный квадратик. И вот такая лесенка и квадрат. Так, давай. Квадрат. И... Слушай, а тут лесенки нет. Странно. А тут есть лесенка? Вот такая лесенка и квадрат, я понял. Наверное, тогда здесь вот такая фигня и вот. Все, понятно. Отзеркально просто было. Я тебя понял. Так, тут у нас что? Коньки. Так, возможно, это надо собрать. Вот. Три конька. А, я понял. Это, короче, подсказка. 1, 3, 1, 2. 1. А, подожди. 1, 3, 1, 2. А, подожди. Да. 2, 1, 3, 1. Вот. Тут же ж... По-другому. 2, 1, 3, 1. Вот. Там. Реверс. А, я понял. Короче, это вот так, скорее всего. Это вот так. И так. Так. Тут у нас оп.
И оп. Есть. Тут у нас что? Нет. Не хочу. А, господи, что-то плюс квадрат... Треугольник плюс квадрат равно 5, да? А, ну поворачивается, я тебя понял. Нам надо просто посчитать. А, господи. Не люблю я это. Сука! То есть у нас тут есть треугольник, квадрат, пятиугольник, как обычно. Господи, сколько это? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восьмиугольник, серьезно? Пятиугольник, квадрат. Ой-ой, ой-ой. Чё, достаем Excel? Ща, ребят. При этом, смотри, у нас же еще вот тут есть как бы вот такая хрень. И что интересно, смотри, 3, 8, 5, 7, 3. То есть тут вообще какие-то странные цифры. Естественно, вот так оно будет не равно. Это очевидно, да? Сука, ну, а, господи, честно говоря, это какая-то сильная непосильная ноша, вот, потому что как бы допустим, здесь у нас равно 5, например, да? А треугольник это единица, а квадрат это 4, да? Например. Вот он у нас получается 5. А здесь у нас квадрат получается 4. Мы, допустим, ставим вот эту, и она, предположим, 5. И вот у нас получается 9. Да? Здесь мы выбираем это, у нас это единица, да, и вот тоже как бы. Единственное, знаешь, что может быть, какой вариант у нас быть, правда, по цифрам он тут тоже не сильно подходит. Допустим, просто тройка, потому что почему бы нет, да, и далее, если у нас здесь используется треугольник, квадрат, потом квадрат, и, например, не знаю, пятиугольник. Ну, я не знаю, честно, вообще, я себе слабо вообще представляю, что это. Давай это на потом оставим, потому что, блин, вот это вот прям грустно все. Так, это сюда. Ой-ой. Куда оно вообще? А, я понял, оно просто до конца доходит. И вот так. А звезду мы забрали. Ой, господи. Да, это просто для меня непосильная ноша. Ой, он всплыл. Я еще и думаю, что за фигня. Смотри, у нас тут циферки есть, да, какие-то? Пока... Так, это у нас явно не забирается. А, пока... Тут непонятно что, но можем покрутить. 1, 2, 5, 3. Прикол, прикол. Так, 1, 5, 2, 3. Нет, по-моему, я ошибся. 1, 2, 5, 3, господи. Да ты, котик. 1, 2, 5, 3. О, все, кота забрали. Замечательно. А, так, тут мы вроде были. Это мы сделали, вот это.
Квадрат, да? А, после квадрата у нас идет типа треугольник, да? А, я понял, смотри, вот у нас квадрат. Нам нужно посмотреть, что вот здесь. Здесь у нас круг. Замечательно. Далее, вот этот треугольник, и у нас вот здесь квадрат заполненный. Далее нам круг надо найти. Вот он, круг. И нам надо найти, что здесь. Тут у нас крестик. Есть, да? И далее нам надо найти крестик. Вот он, да. И на обратной стороне у нас треугольник. Так, ключ забрали. Это интересно. Это интересно. Так, ключ. Так, отлично. Еще один у нас котик есть. Это мы вот эту вызвали штуку. Тут у нас что? Так, ну это понятно у нас. Вот это хитро, хитро. То есть мы вот эту хрень можем поменять только с этим. Соответственно... эту, например, вот с этим. Эту вот с этим. И эту вот с этим. О, как. Слушай, ну это очень круто. Так, и вот почти в самый... Нет, наверное, зря в самый верх отправил. Вот это нам нужно в самый верх. Да. Это нам нужно куда-нибудь сюда, наверное. Это нам надо сюда. Ой. Это вообще прикольная штука. Мне понравилось. Значит, тут это непонятно. Это мы пока убираем. Так, это все сделано. Это вроде как все сделано. Что-то я, кстати, больше не вижу котиков. Может, опять где-нибудь сидит? И его не видно. Это покрутили, это покрутили. А, вот же он. Господи, ну, кот, ну. Все, берем подсказку по той херне, потому что я не понимаю. Так, что-то он там покрутил, покрутил, покрутил. Охуенно, блядь. Че ты там покрутил, тварь? А? То есть ты хочешь мне сказать методом перебора, да, мне вот сейчас заниматься этой фигней? То есть, допустим, 7. Давай методом перебора, окей. С трех начнем. Треугольник. Треугольник. Блин, методом перебора это 4, еще 4, еще 4. Ёж. Это будет очень долго. Это будет очень долго. Давай пошли искать варианты решений. Так, значит, 7 должно быть. Дальше, по-моему, вот это... хрень и треугольник вроде как. Почему? Короче, я глупый, ребят, я глупый, я это признаю, ничего не понял. О, ключ, класс, спасибо. Так что, если что, объяснение в комментарии прошу. Так, это, кстати, не сюда ключ, прикольно. Так, привет, кот. У нас что? А, здесь, наверное, какой-нибудь резак или пила потребуется. Да. Ну, ничего, ничего. Я всегда говорил, что я тупой. И это еще одно подтверждение.
Так. Угу. Оп. Чуть. Ага, я понял, смотри, то есть... Это он идет налево на один, да? Это он идет налево туда. Потом мне нужно... Вот так аж? А, ну 4 хода. Потом... один ход и потом 3. Прикольно, прикольно. Так, тут какие-то хрени. Один. Господи. Так, 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 так. Ага. Не запомнил, но окей. Так, 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 так. Запомнил. Так, хорошо. Хочу. Значит, тут у нас... Блин, что за хрень? Так, еще один код. Так, 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 так. Тут у нас что-то. А, я понял. Это, короче, квадрат, и нам нужно, чтобы он вот был вот тут, например, стоял. Здесь у нас треугольник, соответственно, треугольник сюда запихиваем. Здесь у нас круг, и он у нас вот тут, и там где-то крест. А, крест сюда, смотри. Значит, крест, вот он, идет здесь. Далее, круг. А, ну вот круг здесь, что-то я затупил. Так. Привет. Вот сюда ваза пихается. Соответственно, круг, квадрат. Квадрат и треугольник. Ой, и пила. Замечательно. О, вот еще один. Так, есть, собственно, пила сюда. Золотая пила, чтобы пилить золотые прутья. Круто. Так, и у нас последний котик остался. Вот тут. Но, слушай, у нас вот этот ключ не подходит сюда. То есть он должен куда-то в другое место пихаться, я так понимаю. Ну, куда? Это вопрос. Очень странно. А, подожди, это же не ключ, это его куда-то надо пихнуть, слушай. Сейчас. Я не видел, но мне кажется, он куда-то просто пихается. Куда?
Типа он как этот, знаешь, для якоря, не якоря даже, а куда этот... Во. О-о-о! Короче, я сделал ключ. Интересно. Но тоже чисто на шару потыкал. Поэтому я не очень понял, как это решается. Так, Атланта. Атланта. Вот еще один кот, смотри-ка. Как он так мяукает-то под водой, непонятно. О, вот это я люблю. Кота смыло! Он, точнее, размыло, наоборот. Он же типа это. Так, вот этому нужно положить жрачку. Да, где-то тут. Вот он, котик. Что-то пока не очень понятно. Так, ладно. Тут у нас один краб отдыхает. Все, вроде ничего больше не валяется, ну, кроме вот этих. Так. О, господи! Жесть! Я ничего не понял, но было очень интересно. Не, я понял, что там надо было их покрутить, чтобы они это... В разные стороны полетали. Так, тут, наверное, что-то нужно будет починить. Как-то... А, господи. Так, вот он, треугольник. И квадрат. Мяу. Так, смотри-ка, у нас тут есть... север, юг, запад, восток, но... Так. А чё разрезать? А, это рыба. Вот краб лежит. Забираем рыбу. Кладем ее вот сюда. Крабик такой. О, ты посмотри, чё. О. И начинает ее облизывать. Ух, ёж. Так, треугольник. Пожалуйста, круг. Стоп. Пожалуйста, и квадрат, пожалуйста. Чё там забыл код? Непонятно. Так, хорошо. Вантус. Вантус нам, наверное, очень нужен. Так, тут у нас что? Ага. Это я случайно угадал, извините. Так. Блин, ну вот эти на запоминание, это, конечно... А. Вот так. Отлично. Так. Что? Это, короче, это... Как он назывался? Змейка. И все. Это вот кто играл на Нокиях, фонариках, Сименсах и там подобное, это вот
короче, из той эпохи. Так, а значит, этот, как он называется? Ты. Туньк. А, на север и на В. На вест, короче. На юг и на вест. Я так понимаю. Хотя, может быть, она перевернута, поэтому может быть так. Пока не очень понятно. Тут еще и он сломанный, я смотрю. А, подожди, нам туда вантус, наверное, запихнуть-то. Да. Соответственно, теперь нам надо... Фу. О, котика присосало. Так, замечательно. И здесь у нас что? Что? Вата. О, а, я понял. Вот так. Какая интересная хрень. Оп, еще один котик готов. И у нас остается последний котик. Где-то. Вот он, наверное, тут. Ёкарный бабай. Ты еще у нас кто? Ага. Ну, это было как-то подозрительно легко. Хэллоуин. О-о-о, какая хрень красивая. Слушай, мне нравится. Тут, наверное, тоже котиков хрен найдешь. Много оранжевого. Жалко, что котики все рыжие. Я хотел бы еще какого-нибудь черненького там. Или черепахового цвета. 1872. Ага. Так. Ну давай поколупаем уже. Уже хоть что-то поколупаем. Но. То есть вот это нам надо. И вот это нам надо. Теперь, а вот это и посередине такая хрень. Mm-hmm. И теперь вот это, то есть 4 получается таких и крест. Ну то есть все надо закрасить. Так, есть мышка. Так, это мы забираем. Наоборот. Так. А, здесь надо. Я понял. Наверное. Что-то получится. О, гробик, ты посмотри. Ты посмотри. Ох, я чувствую, сейчас что-то там будет. Сейчас. Не тыкается, смотри, скотина такая. Ну что ты тут забыл? Так, тут у нас эта хрень. Так. Сюда, наверное, вот эту хрень. Ой-ой. Что-то там у нас открылось. Ну, допустим, 1872. А, так все ж понятно, да. Значит, тут точно, вот тут. Вот тут точно 8. И тут точно 2. Я так понимаю, то есть вот первое, да, и тут 19-25. То есть 1,
И тоже 2, да? Да? Замечательно. Так, кот. Давай мы тебя вытащим. Понк. Это еще что? А, это выехало вверх, я понял. О, бутылочку возьмем. Давай. Так. Вон, смотри, кот застрял. Сука, я бы его не заметил вообще, честное слово. 26. Что такое 26? Ага, количество свечек. Ну, то есть 1, допустим, здесь, допустим, 3, здесь, допустим, 2. Вряд ли, да? Так, ладно. Значит, нам нужно обязательно вот эту хрень. Еще одну какую-то бутылочку треугольную. И тогда мы получим коте. Мы призовем коте. Во, точно. Пуп-пуп. Так. Кто-нибудь видел эти бутылочки? Так, вот смотри еще. Четыре, 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 четыре. Какая непонятно. Блин, 4 котов не хватает. Это охренеть просто. То есть вот загадка, которая непонятно что вообще. А, вот, смотри. Ой-ой. А, вот, кстати, и бутылка. Смотри-ка. Бутылка. О-о-о. Странный, конечно, кот. Не стал бы я такого трогать. Ну его нахрен. Так, окей, хорошо. Три кота. Где? Где три кота? Очень непонятно по поводу вот этих цифр. А, вот же, смотри. 3, 3, 1, господи. А, смотри, тут еще вот есть такие. 1, 3. И вот такая еще есть. Интересно. А, сколько их по количеству? Все, я допер. Так, значит, однополосочная 1, вижу. 2. 3. Однополосочных 3. Например. Трехполосочная. 2. 3. 4. Так, и двухполосочная. Здесь ни одной. Здесь одна. И там, по-моему, тоже ни одной. Да, всего одна. Да, это было тест на внимательность. Собственно, снова два кота.
И где они, непонятно. То есть один, возможно, где-то прячется, и я его тупо не вижу. Как какой-нибудь тыкви сидит, может? И вот это я не очень понимаю, что это обозначает вообще. С чем это связать, пока вообще. Никак не крутятся, они только выдвигаются. Не разумею. Так, это... Господи. Ну, это таким камерам примагничивается, что... Ну все, берем поддержку друга. Так. И чё? Что это значит? А-а-а! Пиздец просто. Что просто жесть. То есть 1, 3, 2, 4. Пиздец просто. 1, 2. 3, 4, что ли? Нет. Как-то не так. 1, 3. Господи. 1, 3, 2, 4. Жесть, эта желтая хрень вообще было не видно на оранжевом свете. Жуть какая. Так, 30 уровень у нас, да? Ага, котик-попрыгушка. Так, смотри, тут явно что-то обозначает, но пока непонятно что. А, так, хорошо. Подарочки. Я так понимаю, метелка нам сюда подойдет. Он кто-то там бубенцами пошевелил. О, котик, смотри. Я бы его не заметил. Ага, какая-то загадка. 1-3. 1-3-7-3. Угу. Интересно. Какая странная хрень. Ничего больше не тыкается. А, тут опять нужно будет посчитать количество игрушек. Одну игрушку мы нашли. Вот здесь вот в ящике. Плюс вот там вот она. Ну окей. То есть широкими полосочками одна. Плюс еще здесь просто вот три с полосочками, да? Четыре, наверное, с полосочками. Давай поставим. А, это... А, нет, это не максимум. Значит, с точками вон раз вижу. А, два с точками. И вроде как все. Давай. Поставим. И теперь с такими полосочками тонкими. Раз. Два. Три, четыре. Тоже четыре. Нет, значит, что-то мы еще не нашли. Может быть. Так, наверное.
Нет, слушай, куда-то вовнутрь пихается. Так, давай сюда. Какая-то странная хрень. Так. Может быть, конечно, каких-то плиток не хватает. Потому что пока что получается... Можно сделать только так. И все. А, вот же, господи. Допустим. Вот так. Делаем. Вот так. Вот так. И вот так. Замечательно. А, вот еще с широкими полосками один. Давай, с широкими полосками плюс один. О. Именно его и не хватало. Так, хорошо. Тут у нас что? Колокольчик плюс колокольчик. Получаем удовольствие. Ха! Так. Ага. То есть сидишь не туда, не туда, только вниз. Блин, тут на зрительную память это, конечно, лютая дичь. Главное, не очень понятно, куда надо, поэтому пока сложно. А, сначала нам нужно отпереть ключик, смотри. Чтобы это сделать... Это туда. А ключик у нас никак. Ага. Я понял, это типа нажать надо было. А, так, хорошо, теперь нам надо забрать нашу эту хрень. Вот. Так, хорошо. А, вот сюда надо, понял. И воткнуть надо так же, как мы, как вот на вот этом. То есть второе, двоечка сверху, троечка посередине. Вот так вот. В общем, нам надо создать второго такого же снеговика, какой у нас с другой стороны обозначен. Так, 9, 9, 9, 9, 9, 1, 3, 7, 3. Так, 1, 3, 7, 3. Так, есть. Пум. А, так, что тут у нас? Нужно два колокольчика.
А, я понял. Их надо, короче, с вот так вот делать, и все будет красиво. Так, это у нас вот сюда, скорее всего. Оп. Жалко, не резко вылетел. Было прикольно. Так, значит, нам нужно всякие морковки, всякие вот эти штуки собирать. Наверное. Значит, это мы собрали. То есть вот эту штуку. У нас еще вот здесь что-то. Ага, то есть вот так вот. Вот так вот и вот так вот. Морковка есть. Еще камушки, угольки. Угольки, кстати, вот. Ну, вон они, наверное, светятся. А, это... Да, это я открывал. Так, это есть, это есть. А, угу. Да-да. Так. Е, еще один котик есть. И теперь непонятная херня в виде вот этой штуки. То есть нам нужно куда-то ее протащить. А вот куда, не очень понятно. Ну, а... То есть в самый большой... В самый... В этот угол не надо. Плюс мы можем протащить в этот угол. И даже вот сюда немножко. Сюда тоже не надо. Можем протащить сюда. Возможно, куда-нибудь сюда нам надо. Нет? Ну ладно. Нет, так нет. Так, you saved so many lost. Great job. If you are missing, you want, you can travel back. Вот, у нас еще, видишь, есть 31 и 30... А, скоро появится, я тебя понял. В общем, мы везде всех котиков прошли. Я думал, что будет это. А, видишь, еще у нас есть... Это он, наверное, Steam откроет, да? Так, окей, давай посмотрим. А, ну видишь, мы тут не все собрали. Но, по идее, я думаю, мы как-нибудь сейчас с этим разберемся. То есть нам надо вот это наверх поставить. А, вот это сюда поставить. Так, 65, по-моему. 32. Ну-ка. Да, загадка времени. Вот они, 10 кисок, которые, да. А на этот уровень можно было бы попасть, если... Ну, нормально. А это если бы мы с вами... А, это самое... Собрали все истории. Там, в общем-то, просто вот на... Этом... Как его? На... на плоттере, где, в общем-то, все истории указаны, там, в общем-то, подсказки есть к тому, как сюда попасть. Вот. Но я, так как этого не сделал, то, понятное дело, мне это сложнее, но... Вот, мы... это... Я посмотрел прохождение другого человека. Так, окей. 7 уже котиков есть. Вон он, 8-й, смотри, спрятался. Да. Интересно, тут что-нибудь водить надо?
Будет очень ржачно, если он сидит где-нибудь в кустах. Странно, что... А, там, наверное, кот сидел до этого, да? Ну, я больше не вижу котиков. На крыше всех вроде собрали. Сейчас будет ржака. Нет, нормально, слушай. 2, 3, 3, 2. А почему? Почему? Есть какое-то объяснение, почему? Вот, кстати, плохо в... подсказки плохо то, что не показывается ссылка, так сказать, на объяснение, почему так, а не как-то иначе. Вот откуда здесь 2, 3, 3, 2? Вот откуда? Кто мне подскажет, тут пальцем тыкнет, типа, квази, вот, вот же подсказка. Ну, ёкарный бабай, что ж ты такой тупой-то? 2, 2... 3-2. Хрен. Точнее, 2-3-3-2. Вот где это? Странная штука, конечно. Ну ладно, допустим. 2-3-2. Следующий уровень. Все. То есть, нигде. Вот. Собственно, вот на этом... На вот этом плоттере будет подсказка касательно того, куда и что. И в частности, как видите, здесь есть вот такая вот хрень. Она показывает направление стрелки. Вот, квадратик это низ получается. Ну и, соответственно, здесь то же самое. И вот вы их тут выставляете. Вот. Все, у нас получается с вами все пройдено, все, что мы могли, все, что сейчас есть. Я не все подсказки, ну, не все эти нашел, вот. Обязательно сейчас поколупаюсь в свободное время, поищу это дело, мне самому даже интересно. Вот, всех кошечек мы спасли. Очень жалко, что они только рыжие, но в целом неплохо, вот. Хотелось бы более... правильные подсказки и без глюков желательно, потому что из одного глюка нам пришлось юзать подсказку и заново все проходить, вот. И хотелось бы подсказки более расширенные, не просто так сделать, а почему так, то есть вот какое-то объяснение было бы неплохо видеть, вот. А в остальном мне эта игрушка очень нравится, она такая в общем. Я успокаиваюсь, когда в нее играю, потому что котики — это мир, и вот эти вот розовые лапки, пушистые животики, вот это вот все прям ми-ми-ми-ми-ми-ми. Ладно, не забывайте оставлять комментарии, заходите в ВК, в Дискорд, в Ютубе оставляйте комментарии. Что у нас еще? Телега у меня еще есть, блин, столько всего, и... В общем, заходите, выбор большой. Хотите еще ICQ дам? Вот. В общем, всем удачи и пока!